В Жамбылской области стартовал фестиваль народных театров «Театр Кейзет». В Тарас съехались 12 коллективов со всего региона. Стоит отметить, что в некоторых районах есть даже по два театра. Однако, если молодежный народный давно смог завоевать своего зрителя в областном центре, то ситуация в глубинках совершенно иная. Говорить о творчестве в условиях нехватки финансов и в старых декорациях сложно. Вдохновить мелкие театры и дать им стимул к дальнейшему развитию должен фестиваль. Свои постановки коллективы покажут на сцене областного театра. Здесь же творческие коллективы обменяются опытом и обсудят проблемы. Одна из краеугольных – дефицит кадров. Мы уже дважды проводили обучающие семинар-совещания. Это касается и выпускников вузов, и действующих актеров. И результат налицо. В некоторых коллективах актеры, не имеющие специального образования, работают с большой самоотдачей. Чувствуется огромное желание творить.